Весна, хорошая погода. И если вы захотите прогуляться со своей девушкой или молодым человеком по набережной, то не стоит этого делать. А вам дать наклеечки? Да. Будете мстить? Да, давайте дадим мамам наклеечки, чтобы они мстили. Спасибо. Таким водителям. А, если вам кто-то мешает проехать на коляске, сразу. Раз, движение стоп-хам. Движение стоп-хам. Вы припаркованы на полосе движения. Вас люди объезжают во встречном полосе движения. Можете перепарковать машину? Все, спасибо. Я старший. Нет. Выключи камеру. А что боитесь, снимайте? Нам что делать? Да, мужики. Вы видели, там телефон лежит? Если кому-то неудобно, а вот неудобно вот этому мужчине, который проехал. Ему неудобно. Я говорю, если кому-то неудобно, люди звонят. Ему неудобно. Значит, как вас зовут? Я Александр. Замечательно. Да. Так вот, Александр, вы сами водите машину? Да. Незаметно. Права даже есть. Незаметно. Банк не предоставляет услуги. Какие услуги? По парковке. Парковаться на дороге? А я не на дороге паркуюсь. Да? Да, это дополнительная трасса. А, простите. Магистраль, да? Дебилоиды. М19. Просто дебилоиды, мелочи. М140. Смотрите. А сразу с пешеходки. Вот это пешеходный смотрите, переход. Смотрите, а люди что, как что, смотрите? Это я жду, что они на РЭК поехали. Руки оторвать весь надо. Ребят, здесь стоянка, правильно? Да. Стоянка заканчивается перед столбом. Так вот, видите, там сколько машин. Вот а там. Все приклеили. Посмотрите, можно пройти. Это вот сейчас выйдет, я хочу сюда поставить место. Потому... Вы не станете. А? Вы не станете сюда. Почему? Здесь пешеходный переход. Где вы? Покажите мне пешеход. Вот. Вы вот на нем, вы сейчас на нем стоите. Припарковано. Смотрите. А ну я сейчас уберу его, я поставлю а сюда. Как люди должны переходить? Так люди, вот у нас дорога-то отсюда. Я сам здесь. Дорога, и сразу человек выходит на дорогу на пешеходный переход. Человек же должен идти прямо. Правильно? Не обозначил и стоял. Чего это? Частично, да. Чего это? Я не стою, я не оставил. Я остановился, жду, выходит. А ты остановишь? Машина обозначена. Вы же на набережной стоите. Можете сейчас обратить? Сейчас вот выходит, я жду инвалида и ухожу. Пошел отсюда! Почитайте, служебная машина. Имею право стоять во всех местах. Читайте пропуск. Во всех местах вы имеете право стоять. Да. Вообще-то пропуски под лобовым стеклом. Смотрите, если вам везде можно стоять, встаньте посередине вот прямо. Дороги. Нет, у меня обслуживание только реки. Тогда на реке. Да, да. Здесь тротуар, а ходите. Вот здесь все время люди вот так вот ходили. А то, что вы здесь стоите, если люди ходят. Берете машину, пожалуйста. Берете машину? Нет, не беру. Я тебе сейчас наклею. Вы уберите машину, вам никто не наклеит. Уберете или нет? Ладно, давай уберу. С вами спорить, я вас видел. Прямо с одной стороны и с другой стороны клеить. С двух сторон? Да. Полностью обклеить. Ага, вот и пусть они. Здравствуйте. А вы могли бы, пожалуйста, в следующий раз не парковать машину на тротуаре, а то людям ходить некуда. А вот я бы ее сейчас убрал, ничего. Убирайте, но мы же не знали, что это ваша машина, да? Мы снимай, не знали, снимай, где снимай. Вас и как найти. Ну вот, а я уже иду, я вам вот. Кричу. А вот он клеит, вот прямо у меня на глазах, нет, назло. Нет, мы вас не слышали. Поэтому... Вы нас не слышали? Конечно, как мы вас не слышали? Уши, мой. Хорошо, пусть стоит. Спасибо большое. Очень жалко, что в Мосгазе работает ханка.
Какая организация хорошая? Понимаете, что здесь люди не ходят? Потому что здесь стоят ваши машины. На Садовое кольцо там клейте. Мы откуда идем? На Садовое, на Бульварное. Человек здесь не пройдет просто потому, что здесь стоят машины. Ходят люди! Еще для особо одаренных объясняйте! Да что говорите? Что говорите, если вы тупые? Молчите! Что, если вы тупые, блядь? Ну, объясняйте, что объясняйте! Люди под цельной собой! Они с этим вдвоем! Я не ожидаю! Понимаешь, я сейчас маленький буду бить, если раз так едете еще! Понятно ли? Мы каждый день будем сюда. Да, я тебе говорю просто! Что он тебе это даст? Я тебе говорю просто! Ну вы, может, поймете своим годам! Что в бульваре люди ходят! Я не знаю, что здесь! Я здесь должен ходить, а вы должны здесь стоять! С этой стороны! Знаешь, если я тут машину поставлю, пробку? Значит, найдите место себе! Спасибо большое Российскому государственному социальному университету, который выдал мне красный диплом. Тронете девушку, я вас сломаю. Ты сломаю. Конечно. А вы как? В следующий раз пойду к машинам. Руками не трогайте. Тихо! 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 Спокойствие! Что толкаешь, Петюш? Ничего, не трогайте! Тише, тише! Давай, трогайте! Конечно. Чё толкаешься, ты идёшь? Чё толкаешь? Я тебе мешаю. Кто бы вас не толкнул? И даже бы случайно не задел. Самое главное, что вы осознаете, что вы не правы в этой ситуации. Я сейчас даже заплачу. Да? Ну правда, я вот, например, очень люблю гулять по набережной. Надеюсь, больше мы с вами в таком формате не увидимся.